Доброго времени суток, дорогие мои подписчики, подписчицы и гости моего канала Афромангу Мукбангу. Очередной мукбанг на диване. Сегодня у меня лаваш с сыром, с майонезом, с колбасой лонганиза, с кетчупом. И все, вроде. Все. Надеюсь, будет вкусно. И два сыра. Ну, понятно. А, сыр виола, да. Сыр виола. Сырный лаваш. Сырный. Сырный лаваш. Сырный. Все сырное. Ой, господи, не завернуть никак. Господи. Как-то так. И чай. Угу. Ну, чаек. На эту весельку не обращайте внимания, это форточку закрывать. В кадр поместилась. Чтобы не вставать, форточку не закрывать так. На шнурке весюлька. А то будет спрашивать в комментариях, что это у тебя висит такое. Особо любознательные спрашивают. Да. Угу. Угу. Очень вкусно. Все сырное. Лаваш сырный, со вкусом сыра. Виола сыра, сыр. Лето сыр. Правда, лаваши маленькие. Лепешки, точнее. Только в трубочку катать и все. Погода такая же, как вчера. 30 градусов, 32 даже.
Очень вкусно. Ты нас маршрули. Нет. А сама наш носом. Баллон надо убрать, это мешает. Вот так, наверное, лучше будет. А то телефон совсем задрал. Не видно ничего. Только верхушка. Ласточки летают. Быть дождю, значит. Ласточки летают низко, значит, дождь будет. Примет такая есть. Неизвестно. Ну как неизвестно, такая есть. Я даже, по-моему, где-то читал, где-то такая примета есть. То, что все ласточки. Ты город большой, понимаешь? Ласточки низко летают. Где-то будет дождь в каком-то районе, а в каком-то районе не будет. Да нет, может быть, на весь город затянет. Такое тоже может быть. Может быть, неизвестно. С юга на север. Затянуло все огромной грозовой тучей. Сейчас? Не, вообще я говорю. Может такое быть. Может быть. Да. Ну, может, локально пройти где-нибудь стороной, либо на севере города, либо на юге, либо на западе, либо на востоке. Ты не можешь увидеть, если ты живешь на Академке, да, Калининский район, ты же не можешь охватить весь Калининский район глазами. Глазами нет. Ну вот. Охватить не могу. Значит, что? Значит, ты не можешь сказать, что все небо затянуто грозовыми тучами. Или просто тучами. Потерял что-то? Да, пакет, не знаю, куда положил. Так вон туда положил. Пустой пакет? Из-под сыра, да, что ли? Пустой, а, да, туда да, положил. Колбаса вкусная. Пока мягкая, а скоро подтверживают. Влага выйдет и будет твердая. Я ее в пакете захочу. Пакет заворачиваю. Угу.
так что пока мягкая лонганиза. Угу. Название интересное. Итальянское название. Угу. Это же не русская колбаса. Ну понятно. Это не русское название. Если перевод этого слова. Найди в интернете. Угу. Спросим. Интернет нам в помощь. А раньше его не было, этого интернета. Угу. Сейчас он есть везде. Угу. Раньше было. Да и сейчас есть. Нет, был телеграф, был телефон. Телефон остался. Телевизор. Что еще? Ну и все. А, и радио. А сейчас? Сейчас что у нас? Тоже. Вместо телеграфа сейчас эти короткие сообщения по телефону. Или вместо телефона. Короткие сообщения, да. Сейчас телефон, радио, интернет, телевизор. Все такое. Так, что же могу кушать? А? Нести чай или пусть остынет? Пусть остынет чуть-чуть. Пусть остынет. Чай свежий, поэтому кипяченый чайник. Кипяченая вода, поэтому. Ну да. Вода закипает 100 градусов. Да. В теплой воде чай не заварится. Нет, почему? Заварится. Только долго ждать надо, чтобы заварился. Я про это говорю. Для чая надо примерно 60 градусов, чтобы было нормально. От 60 до 100. Да как это быть? Чтобы завернуть, надо это самое перемалывать все. Не перемалывать, а резать очень мелко. Ну да. Тонко, мелко. Угу. Первое июля уже понедельник. Да. Июль.
Можно сказать, уже почти середина этого самого лета. Почти. Еще две недельки, и будет середина лета. Видел в интернете один смельчак, мужчина с рюкзаком на плече, на спине, пошел в Москву, как Ломоносов, из Петербурга в Москву пешком. Тоже снимает, как он идет пешком. Ну, конечно, у него рюкзак 20 килограмм. С таким весом еще идти пешком. Очень долго будет идти. Если
без рюкзака 5 километров в час, а с рюкзаком 3 километра в час. Ну, сказал, что уже 45 километров прошел уже. 45 километров. Да. Я уже наелся. Сейчас кое-что скажу. Ну что, все, да? Подписываемся на канал, ставим лайки, пишем комментарии. Нажимаем на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Все, до свидания, не болейте. Вот такой мукбанг.